Как известно, дом начинается не с входной двери, а с придомовой территории. Ее вид и обустроенность может многое рассказать о жильцах. Так, например, двор по адресу улица Речицкая, 55А, яркий, ухоженный и красивый, рассказывает нам о том, что здесь живут неравнодушные брещане, которые, вооружившись идеей, желанием и креативом, создали здесь настоящий островок уюта и безопасности. Идея возникла в прошлом году. Многие жители нашего двора жаловались о том, что не очень уютная площадка, она не была в то время огорожена, машины ездили, и это вызывало какую-то безопасность за жизнь и здоровье наших детей. И вместе с ограждением решили уже сменить качели. Поставили горочки, турники для детей более взрослого поколения, а в этом году решили заменить песочницу. Секрет успеха заключается в сплоченности жителей этого двора. Солидарность, желание обустроить территорию проявлялось не только у взрослых, но и у детей, которые в этом принимали активное участие. Я решила помочь коллективу, потому что чтобы наш двор стал ярче и краще. Красили забор, камень, ну и все. И площадку красить. Собиралось много людей и красили. Разноцветные заборы, лавочки, удобные качели и турники. Для детей здесь настоящее раздолье. Рады и взрослые. Окна выходят как раз во двор, и все как на ладони. Ребята всегда под присмотром. К слову, у взрослых есть еще одно место проявления своего креатива – клумбы, которые придают особый уют. Но на этом жители двора не хотят останавливаться. В планах много инициатив, которые украсят территорию. Вокруг дома у нас неплохая территория. Хотели бы еще немножко организовать наши машины, сделать там закрытую какую-то стояночку, потому что в нашем районе стоянки нет, а машин во дворе очень много, поэтому дальнейшие планы – благоустроить территорию для стоянки под машины. К слову, таких дворовых инициатив в областном центре немало. В Ленинском районе города насчитывается 145 жилищно-строительных кооперативов, где живет большое количество инициативных и креативных брещан. Проживает очень много инициативных неравнодушных граждан, которые своими руками благоустраивают придомовую территорию, разбивают очень интересные яркие клумбы, значит, делают какие-то композиции из подручных средств. Конечно же, все это не проходит мимо администрации. Вот. Мы ежегодно проводим смотр благоустройства придомовой территории, на которой выявляем лучшие дворы, вот, и, соответственно, награждаем их. Поэтому мы приглашаем наши кооперативы принять активное участие в этом мероприятии, высылать фотографии на наш электронный адрес Ленинской администрации. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.